Ой, а дверь закрылась. Там разрушитель остался. Блин, я его не добил. Вот зачем я сюда пошел, не добив того чувака? Ну все, похоже, я не сделал это задание. Ну зачем я сюда пошел? Я надеюсь, мне потом дверьки откроют, потому что я хочу назад. Я того разрушителя не добил. Откройте дверь. Смотрите, давайте с контрольной точки заново. Я не думаю, что она далеко. Хотя ладно, чё, может потом еще будет. Но это прям обидно, потому что ну, я просто его не добил. Я просто видел там дверь. А, тут еще один. Ну все тогда. Чуть-чуть я огорчаюсь раньше времени. Тут вот еще ребятки есть, которых можно добить. Сейчас тебя элиминейт. Все, до свидания, сразу же, за секунду. Here comes the big boom! Протокол ликвидации сделано. Развитие, у меня 108 тысяч. А еще паутину судьбы можно мне, пожалуйста? Че, злость используйте? Жмер CD-Series, да легко. Так, это на босса мы потом посмотрим. Сожгите 25 симбиотов. Но у меня еще не было простых симбиотов, чтобы я их сжег. Совершите три притягивания. Вот этого я не понял, что это такое. Три скиллиона. Притягивание. Не знаю. Эмблемка. Привет. Короче, щиту тут очень весело. Работать? Зомби! Ему вообще пофиг. Полетел. Куда идти? Понятно. Окей. На правой стороне, я думаю, я нашел escape route. Вы же не симбиоты, правильно? Нет. Значит, вас невозможно сжечь нормально. До свидания. Погнали наверх. Вот как плохо это все выглядит. Я не сошел с ума, я не сошел с ума. Здрасте. Привет, ребята. Чё, Prisoners? Не-не-не, не надо Prisoners. Подождите, давайте развитие. Вот это вот развитие. Надо нам Prisoners. Так, атака рывок 2, давай, поехали. Рывок уровень 2. Для всех паучков. И вот это, удар правосудия. А, и вот это вот появилось еще. Но нам, мы не можем это прокачать, у нас мало денег. Что у нас тут? У нас все за 20 тысяч призовые костюмы. А все остальное за 30-ники, за 35. Понятно. Значит, не сейчас. Подождите, мне интересно, как выглядит новая... А, сильнее просто. Окей, понял. Что там у нас происходит? А, вот это вот притягивание и все? Серьезно? Ой-ой-ой. Ой. Он превратил заключенных в этих... А как их сжечь? Кинуть в них горящую хрень? А можно? Лови. Ага. Карнажи, карнажи. Не так я хотел сделать.
И не так я хотел сделать. Вот так я хотел сделать. И вот так я хотел сделать. И вот так я хотел сделать. И вот так. Чё, где все? Ой! Что-то вас много тут разом стало. Я сам, блин, горю еще. Куда ты полетел? Возьми. Да не плети ты в них. Спайдик. Так, все. Они появляются тут. Лови. А, тихо. Надо пока от них мансить, я хочу их сжечь всех. Как сколько их тут? Эмблемки. Здравствуйте. Они все тут появляются. Прям рядами. Ладно, ладно. Так, больше эмблемок я не вижу. По крайней мере, здесь. Так что можно продолжать закидывать их огнем. Возьми огонь, спадик, и кидай. Отлично. Я кого-то даже убил, по-моему. Так, еще один. Давай! Есть! Ой, хорошо, и погнали. Все? Быстро. Так. Я прошел это, я прошел это. Эмблемки, я думаю, я соберу. У меня осталось 7 штучек. Это мы тоже сделаем, наверное. Вот это... Интересно, надо как-то сделать. Слейте, это мы тоже, наверное, сделаем. Ну, я сделал себе рывок покруче, так что теперь можно. Где? Оп! Да блин, ну зачем ты ударил? А может, Спадик, а может мы будем рывок заряжать, не хочешь? Нет, это тоже, походу, за раз надо, блин. Так, давай, до свидания. Пошел вон. Ученый там наверху где-то, но мы с ним, мы его спасем. Сначала мы разберемся со всеми этими ребятками. Как он меня вообще заметил, кстати, по камерам, что ли? Вот это вот больно было. Тебе так лучше не делать, друг мой. Если не хочешь. Все, до свидания. Да сейчас, сейчас. Я вот твоим... Электро? Электро Дэдпул? Вот это приколы! Смотрите, там реально Электро Дэдпул! Дэдпул гранату кидает там об стенку. Так, чувак, уйди, я любуюсь Электро Дэдпулом. Было бы прикольно, если бы Карнаши, кстати, вызвали Ланделею какими-нибудь суперсилами, я не знаю, это было бы интересно. Этот скучает, этот... Он ему в бошку кидает. Блин, забавно, хорошо, что они... Прикольно, что они добавили вот эти камео. Так, на первом этаже, похоже, никого нет. Так что, погнали на второй. Во-первых, это чувачки. Привет. Так, еще 4 эмблемки надо собрать. Я думаю, я соберу. Рыбок надо было завязать, кстати, там. Это было бы полезней. Ну, в комнате, где куча карнажиков была. Я пока не хочу режим ярости расходовать, потому что я их почти добил уже, все равно. Так, что где? Эмблемка, привет.
Они дальше там. Ой, я горю. Ой, паучок, привет. Паучка за что засадили? За решетку. Так, да найдем мы вашего ученого. Вон он там сидит уже, я даже вижу его. Ну не сожрут же его, пока я тут хожу. Правильно, правильно. Привет. Сейчас мы тебя сильными ударами и добьем за 5 секунд. Все, за 5 секунд, как я и говорил. Отлично. Ой, тут зомбари еще до кучи. Привет. Тут зомбари и карнеджес. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Все, за 5 секунд, как я и говорю. До свидания. А ты думал, тебе все сойдет с рук? Нет. Дружочек мой. Пока. Так, все. Там остался один карнажик сверху. И он слез, похоже, ко мне. Решил умереть быстро. До свидания. Все, пока. Давай наверх спойдем. Так, во-первых, тут где-то эмблемка, по-моему, была. Вау. Да, вон эмблемка. Я вижу, что ты там, но... Я сначала эмблемки. А, вот еще эмблемка, отлично. Все, эмблемки мы собрали. Так, все, чувак, куда тебя нести? Теперь я не занят. Поехали. Куда, наверх? А, окей. Дичь происходит, чувак. Поехали. А, вон туда тебя. Погнали. Вали. Привет, ребятки. Ой, как хорошо проходит урон. Я же мог использовать суперудар вот этот вот. Я тупой просто. Там паучок снизу, подождите. Хорошо, что двери не успели закрыться. Эмблемка еще. Так, все, поехали. Вау. Как это плохо выглядит. Попадания. Ладно, я, мне кажется, я это не сделаю с этими рывками. Это надо подгадать момент, а я этого не умею делать. Там паучок ползает, подождите. Раз. До свидания. God of Consumers is the name of the game. Пошли вон. Я еще никого не убил, подождите. Давайте. Раз. Два. Давай, карнаж. Привет. Давай, давай, давай. Есть. Есть. Отлично. Так, у меня уже 49 тысяч. Можно, в принципе, и что-нибудь прикупить, наверное. Удар молота. Плюс один к накоплению ярости, давай. Я мог плюс один к здоровью купить, правда, ну ладно. И давайте... все, ничего не будем покупать пока. Так. Вау! Нормально. Вау! Морду бить.
Так, пошел вон, Тентаклес. На, на. Так. Ты думаешь, ты круче, чем я? Нет. Погнал. А, уже битва? Но мне кажется, еще не финальная. Где ты? Что ты орешь? Неприятно. Ты орешь как свинья, чувак. Правда. Ой. Ой-ой-ой. Пошел вон. 2 из 5 бросков в реактор. Тоже паркуристом, что ли, заделался, или чё? Пошел вон, попался. Ай, он сделал мою атаку. Нехорошо происходит. На. Привет. 3 из 5 бросков в реактор. Но это еще не последняя битва, явно. Эх, почти успел. Отлично! У меня получилось. Давай! Иди сюда. Ах, ты успел! Давай, иди сюда. Блин, я его мимо реактора сбросил. Давай, иди сюда. Я не пойду к тебе. Давай. Да блин, успел. Да ты смотри, успевает. Куда ты, Спайди? Ну, Спайдик, ну не тупи. Давай в реактор его закинем. Да ну куда ты, ну Спайди? Это он меня сейчас скинул? На! Бай-бай. Отлично, я сбросил его 5 раз. Шашлык из Карнажа. Конец второй части саги о Карнаже. Ждите третью.